Со 2 по 5 октября в Крокус Экспо ожидайте двойной удар. Игромир 2014 и впервые в России Комик-кон Раша. Приходите, будет жарко. Всем привет, ребят. Уж извиняйте, опять из дома. Ну, так уж вышло. Поехали. Наверное, каждый из вас попадал в ситуацию, когда зарегистрировать имя персонажа невозможно из-за его занятости. Но в World of Warcraft осенью это частично исправят. Если ваш герой не бывал на Азероте с 13 ноября 2008 года, то его имя освободится. Так что быстрее загляните в игру, если не хотите потерять своего суперубийцу драконов. Blizzard отпраздновала очередное достижение — 20 миллионов регистраций в Hearthstone. Между прочим, Diablo 3 тоже недавно достигла аналогичной отметки, но ей потребовалось гораздо больше времени. Впрочем, цифра в 20 миллионов для Hearthstone не окончательная. Скоро в коллекционной карточной игре выйдет дополнение, а с ним и еще пара миллионов игроков прибежит. В Destiny открылся первый рейд на 6 игроков от 26 уровня. World of Glass — трудная для прохождения территория, поэтому прогресс будет сохраняться аж целую неделю. Правда, для повторного захода нужно идти с тем же лидером, что и раньше. Кстати, отправиться в рейд можно и низкоуровневым героем, но разрабы предупреждают, что закончится это очень печально. Свежий патч Karklore 2 запустил систему PvP из первой части игры, и теперь, приложив кучу усилий, вы сможете стать Арклордом, повелителем мира, получив на время нагибаторские сверхспособности. А еще разрабы переделали систему подземелий, теперь они подстраиваются и под размер отряда, и под уровень героя. Как-то все уже подзабыли про The Elder Scrolls Online, а она продолжает развиваться. На серверах появилось обновление 1.4.3 с долгожданной ареной. Суть проста, собирайте команду из 4 человек и идете туда биться за награды. Также в Тамриэле появилась дополнительная локация для топов и был поднят максимальный уровень до 14-го ветеранского. Маркус Персон подтвердил, что продал студию Mojang корпорации Microsoft и уходит на вольные хлеба. В прощальном письме Маркус признался, что не хотел становиться символом, мечтая быть обычным программистом. Ему совсем-совсем не нравится разбираться с проблемами вокруг игр, а ведь именно это обязан делать руководитель компании. Впрочем, индустрию ночь не бросает, продолжая творить игры. А вот Minecraft теперь принадлежит Microsoft. Fighting Super Smash Bros., вышедший в Японии на 3DS, порадовал нас сразу 3 новостями. Во-первых, за 2 дня он продался тиражом в 1 000 000 экземпляров. Во-вторых, часть игроков уже ошибочно забанили за выбор персонажа Peach в онлайн-режиме. А в-третьих, многие жалуются, что джойстик у 3DS и 3DS XL во время игры ломается. Так что если после релиза у нас захотите купить игру, имейте в виду. Некий Майкл Джордан взял и запустил первый Doom на принтере Canon Pixma. Не то чтобы ему хотелось убить кокодемона, специалист просто доказывал, что у устройства действительно есть уязвимость. За несколько месяцев он взломал веб-интерфейс и заменил прошивку, намекнув, что так можно даже читать напечатанные на принтере документы. Хотя вы его подвиг уже не повторите, Canon все-таки признала наличие дыры и закрыла ее. Целых 5 лет Valve боролась за Left 4 Dead 2 в Австралии и наконец-то победила. В 2009 году игру хотели запретить на Зеленом континенте, но тогда компания представила специальную версию. Правда, в австралийском варианте не было расчлененки, отрубания головы и прочих красивостей. Зато теперь это все там разрешено. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ну а на этом у меня все. Я побежал, вам не болеть.